легендарным актом в зале КФУ прошел концерт, посвященный творчеству Сергея Прокофьева. Его исполнила профессор Московской консерватории и виртуозная скрипачка Ирина Бочкова. Репертуар вечера был выбран не случайно. Напомним, 23 апреля исполнилось 125 лет со дня рождения одного из наиболее значимых композиторов 20 века. А текущий год был объявлен годом Сергея Прокофьева. Зрителями стали как и люди старших поколений, так и студенты. Среди слушателей были и ученики Ирины Бочковой, всемирно известные заслуженные деятели искусств и лауреаты международных конкурсов. К примеру, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «Ла Примавера» Рустам Абязов. Ну, я, во-первых, могу сказать, что играет сегодня мой профессор. Я учился у Ирины Васильевны в Московской консерватории. Когда она играет в Казани, естественно, я считаю своим долгом прийти на эти концерты. Но не только долгом, я просто прихожу получить удовольствие, потому что она совершенно гениальная скрипачка. Отметим, что живые концерты в академическом зале не так уж и редки. Их задача – оживить и приобщить молодое поколение к классике. Регина Файзулина, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.